Служба национальной безопасности Армении выступила заявлением в связи с событиями в селе Керанс. Пограничные войска СМБ Армении проводят подготовительные работы, направленные на взятие на себя охраны госграницы Республики Армения в районе села Керанс Тавушской области. По соображениям безопасности и оперативной необходимости временно ограничен доступ незарегистрированных граждан в поселок Керанс, говорится в тексте заявления. Решение о перекрытии дороги перед нами незаконное. Об этом заявил на дороге, ведущей к селу Керанс 20 мая, предстоятель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. По словам архиепископа, он прибыл в Керанс для встречи с его жителями, которые находятся под сильным давлением. «Я хочу посетить свой народ в Керансе. Эти люди не несут ответственности за народ. Они превратили жизнь в стране в ад», – заключил он. И чуть позже архиепископу Баграту Галстаняну удалось пройти в село Керанс. Стартовавшие 18 мая в вооруженных силах Армении стратегические командно-штабные учения продолжились плановыми мероприятиями. За одним из практических этапов учений наблюдал первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Эдвард Асрян. Командиры подразделений, участвовавших в учениях, продемонстрировали свое тактическое мастерство в разработке и проведении операций, а также в выполнении слаженных и оперативных задач. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправился с рабочим визитом в Катар. 21 мая в Дохе он примет участие во Всемирном форуме безопасности. Запланированы также двухсторонние встречи. Друзья, наша аналитика показывает, что 70% тех, кто нас смотрит, не подписаны на нас. А те, кто смотрит, часто забывают не только подписаться, но и просто поставить лайк или написать короткий комментарий в поддержку канала. Это необходимо нам не для того, чтобы потешить свое самолюбие. Ваша подписка, комментарий и лайк помогает каналу продвигаться в YouTube. А значит, помогают продвигаться патриотическому контенту, который мы делаем. Помогает нести правду о том, что происходит в Армении и в армянском мире. Помогает бороться против лжи и фейков. Мы благодарим тех, кто делает это. И напоминаем тем, кто забывает о такой маленькой, но неоценимой помощи каналу Гайкмедиа. Оставайтесь с нами. Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Находившиеся с ним на борту, в том числе глава МИД Хусейн Амир Абдуллахиан и имам пятничной молитвы в Тебризе Аятолла Мохаммад Али Аль-Эхашем, также погибли. В стране объявлен пятидневный национальный траур. Гибель президента Ирана произошла сразу после его встречи с главой Азербайджана Алиевым на границе Ирана и Бакинской республики на открытии дамбы. Премьер Армении Пашинян и глава МИД Армении Арарат Мирзоян высказали слова соболезнования народу Ирана и духовному руководству Иранской республики. Президентом Ирана становится вице-президент страны Мухаммад Мухбар. Мухбар возьмет на себя управление на ближайшие 2 месяца, и новые выборы президента пройдут в течение 50 дней в соответствии с конституцией страны. К зданию посольства Ирана в Ереване начали приносить венки и цветы в знак скорби по погибшему президенту Раиси и представителям иранской делегации. Потенциальное оборонное сотрудничество между Индией, Арменией, Грецией и Францией отвечает интересам всех этих стран. Об этом заявила посол Индии в Армении Нилакши Сахасинха. Председатель регионального совета Оде-Франс Ксавье Бертран призвал к бойкоту со стороны Франции следующего мероприятия COP29, которое состоится в ноябре в городе Баку. В частности, он заявил: «Азербайджан должен ответить за свои действия. То, что на фоне агрессии в отношении Армении в Баку пройдет COP29, это чистый скандал. Франция не будет участвовать в этом COP29 в Баку». Ровно 110 лет назад произошла жуткая трагедия – геноцид понтийских греков от рук младотурков. Около 1 300 000 греков были варварски убиты турками. Армянский народ, как никто другой, понимает боль и страдания нашего братского народа. Сумма государственных заказов на военную продукцию с 29 армянскими компаниями, занятыми в военно-промышленной сфере, составит в этом году 495 миллионов долларов, 190 миллиардов драм.
С 17 по 19 мая в Ереване прошла крупнейшая международная выставка «Строительство и интерьер-экспо-2024». Ежегодно в Ереване проходит крупнейшая специализированная выставка «Строительство и интерьер-экспо», которая собирает ведущих профессионалов строительной и дизайнерской индустрии со всего мира для обмена опытом, знаниями и новыми технологиями. Главная особенность данного мероприятия заключается в том, что это единственная площадка, на которой производитель и потребитель имеют возможность встретиться лично. Это позволяет производителям продемонстрировать преимущества своей продукции, а потребителям быть в курсе последних тенденций на рынке. Выставка «Строительство и интерьер» проходит один раз в год, в мае, как раз перед началом строительного сезона. Сейчас в Армении часто проходят множество различных выставок. Это очень хорошая возможность как для строителей, так и для покупателей, поскольку именно выставки дают нам возможность изучать состояние рынка, узнавать о новостях в определенной сфере и, конечно, лично пообщаться со своими покупателями. Чем больше подобных мероприятий, тем лучше будет развиваться наша экономика. Целью создания выставки было обеспечить покупателей всей необходимой информацией, чтобы, посетив выставку, люди нашли ответы на все свои вопросы в сфере строительства и ремонта. Главный спонсор выставки – компания LG, которая также сегодня представляет свой новый продукт на рынке Армении. Эти площадки имеют особое значение для компаний, которые только начинают свою деятельность на рынке. К примеру, компания Izen на рынке Армении всего 2 года. Данное предприятие изготавливает уникальную продукцию домашнего декора, аналогов которой на армянском рынке нет. В этом году компания впервые участвовала на выставке, чтобы как можно больше людей узнали о новом уникальном местном производстве продукции, которая до недавних пор лишь импортировалась в страну. Мы участвуем в выставке впервые. Мы представляем изделия, выполненные полностью вручную из натурального дерева. Мы хотим познакомить людей с нашим товаром, который является уникальным и выполнен без использования каких-либо химических веществ. Мы единственная организация в Армении, работающая в данной сфере. Для работы мы используем деревья, которые уже были срублены. Мы сортируем материал, затем переходим к его обработке. Вся работа выполняется вручную. Это экологически чистые изделия, которые можно использовать для хранения продуктов питания. Каждое изделие уникальное и неповторимое. На выставке была также представлена компания Sodo Bond. Это первая и до сих пор единственная армянская компания по производству клеев. В этом году она также впервые приняла участие на выставке и уже заинтересовала многих своей уникальной на местном рынке продукцией. В данной выставке мы участвуем в первый раз. Цель участия – увеличить узнаваемость бренда, познакомить людей с нашим товаром. Также выставка – прекрасная возможность для поиска новых партнеров и сотрудничества. У нас достаточно большая база партнеров, но мы всегда рады новым сотрудничествам и представляем индивидуальные условия в зависимости от ситуации. Это лучшее предложение по соотношению цена-качество на рынке. Данная международная выставка проводится в Армении уже 16 лет и объединяет вокруг себя крупнейших и ведущих предпринимателей по всему миру. Из Армении, Грузии, Ирана, Кореи, России, Португалии, Украины. Такие мероприятия позволяют не только начинающим местным производствам заявить о себе, но и способствуют установлению деловых контактов и сотрудничеству. Сона Галдунц, Мария Григорян, Хаик Медиа, город Ереван, Республика Армения. Скопление стройматериалов и бытового мусора привело к затоплению в ереванском Нор-Норке. Вследствие ливней эти отходы приплыли из районов, расположенных выше, и перекрыли люки. После очищения верхних слоев люков вода рассосалась. Всего за неделю компания «Виола Джурь» очистила 161 ливневую канализацию. Центробанк Армении выпустил золотую памятную монету номиналом в 10 тысяч драм по случаю столетия Шарля Азнавура. Она отпечатана на монетном дворе Польши тиражом 500 экземпляров. Более 20 брендов собрались на благотворительное мероприятие «Бари Марткет», основная цель которого – собрать средства для поддержки семей из Арцаха.
Бари Марткет – это не просто мероприятие, это символ объединения и помощи. Название этого маркета в переводе с армянского языка означает «точка добрых людей». Оно отражает смысл и цель этой инициативы – помочь вынужденно переселенным семьям из Арцаха, которые столкнулись с трудностями повседневной жизни. Мероприятие было организовано тремя молодыми девушками – Ингой Абрамян, психологом Мариной Гельман и дизайнером Мариной Блиновой. Добрый день, меня зовут Инга. Сегодня проходит благотворительный маркет, который называется Бари Маркет, в переводе с армянского «Маркет добрых людей». Я один из организаторов. Мы занимаемся этим маркетом втроем. Я, Марина и Марина. Марина – психолог, другая Марина – дизайнер. Это наш второй маркет, и цель маркета – помощь семьям из Арцаха, которым сейчас нужна помощь в быту, во всех вопросах, которые, ну, у них сейчас проблемы из-за ситуации, произошедшей в Арцахе. Маркет проходит в этот раз в центре Лусе. Центр Лусе – это реабилитационный центр для детей с особенностями. И я хочу поблагодарить ГУАР, руководитель центра, которая дала возможность, открыла двери этого центра сегодня для всех, потому что такая классная инициатива и возможность всем вместе сделать доброе дело. Первый маркет проводился в ноябре прошлого года. Все собранные средства были направлены на нужды арцахским семьям. В этом году благотворительный маркет «Бари Марткет» вырос в размерах и значимости. С каждым годом инициатива привлекает все больше участников и посетителей. Цель «Бари Марткет» не ограничивается лишь сбором средств. Это также возможность для общества выразить свою поддержку и солидарность тем, кто нуждается в помощи. Маркет становится местом, где люди могут не только приобрести нужные товары, но и внести свой вклад в благотворительное дело, а также познакомиться с армянскими брендами. Одним из важных аспектов этого мероприятия является участие арцахцев, которые, несмотря на трудные обстоятельства, решили начать свой бизнес в Армении. Их присутствие на маркете придает ему особый смысл и значимость. Одним из таких примеров является Лена Матхевосян из Арцаха, чьи веганские сладости завоевали сердца многих посетителей. Сегодня на выставке мы представляем веганские конфеты и чаи. Наши конфеты изготовлены из натуральных ингредиентов, не содержат сахар, лактозу и глютен. Также у нас представлены различные травяные чаи, которые собираются вручную. Я сама из Арцаха и после переезда начала заниматься этим делом. Сегодня я участвую в ярмарке и очень рада, что вырученные средства будут направлены на помощь вынужденно переселенным семьям из Арцаха. На мероприятии было множество интересных лекций для взрослых, а также специальных детских зон, где дети могли играть. Благотворительный маркет Бари Марткет не только является местом сбора средств для помощи вынужденно переселенным семьям из Арцаха, но и символом солидарности и сотрудничества, объединяющим различные бренды и таланты в едином стремлении к добру и поддержке. Альвина Акопян, Эрнест Харутюнян, Хайк Медиа, город Ереван, Республика Армения. В столице Туркмении, в Ашхабаде, открылся памятник Саят Новы. Он установлен в аллее классиков в парке имени Махтум Кули наряду с монументами Данте Алигьери, Оноре де Бальзаку, Федору Достоевскому, Гёте, Шота Руставели. Памятник открыли министр Жанна Андреасян и посол Армении в Туркменистане Рубен Харазян. Генрих Мхитарян привлек внимание мирового сообщества к аресту экс-руководителя Арцаха. Чемпион Италии, полузащитник миланского Интера поделился в своих социальных сетях публикацией о продлении срока ареста военным и политическим руководителям Арцаха. На социальные сети футболиста подписаны более 2 600 000 человек со всего мира. 5 медалей, 3 бронзы и 2 золота привезли юные армянские спортсмены с чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Лутраке, Греция. Марафон «One Run» в Ереване прошел в воскресенье. Самому младшему участнику сегодняшнего забега было 6 лет, а самому взрослому – более 70. Все участвовавшие получили памятные призы, а победители – дополнительные награды в виде сертификатов на бесплатные спорт-тренировки и подарочных карт на покупку в спортивных магазинах. В
Есть справедливое утверждение, что Алиеву нужен Нагорный Карабах без армян. Лично я считаю, что наш Арцах ему и с азербайджанцами не нужен. Во-первых, ему в принципе плевать на челядь. Но я в том смысле, что ему нужна территория, которую во многих смыслах этого слова можно просто использовать. Сугубо кочевой менталитет. Просто раньше новые земли были нужны как пастбище, сейчас ставки выросли. Поэтому туда и некому ехать, да и незачем. Разве что парады в пустом городе проводить. А вот одной из главных причин войны за Арцах была война за ресурсы. Например, в Стамбуле в прошлом году была огромная засуха, и воды оставалось на 50 дней. По оценкам Института мировых ресурсов, Азербайджан уже много лет испытывает так называемый водный стресс – острый недостаток питьевой воды. По оценкам этой организации, за последние 30 лет страна потеряла 15% водных ресурсов и может лишиться еще 20% до 2040 года. Имеется в виду природные потери. В апреле 2023 года в Баку даже запустили пробный госпроект по опреснению морской воды, чтобы частично решить проблемы, но он не сработал. С учетом усиливающегося глобального потепления и огромных проблем по миру с водой, это еще одна причина будущих, а вполне возможно уже и настоящих конфликтов. Но это не только история Арцаха. Уже официально известна история с попытками Азербайджана менять русло дагестанских рек, но уже с целями отжать дагестанскую землю. По сообщениям из Южного Дагестана, азербайджанская сторона регулярно возводит новые дамбы вдоль правого берега пограничной реки Самур, чтобы изменить ее русло и сдвинуть границы еще на сотни гектаров вглубь российской территории. И это помимо того, что Россия и так уступила Азербайджану водозабор реки Самур вместе с двумя селами Магар-Мкенского района Дагестана, что даже в свое время вызвало негодование в Государственной Думе Российской Федерации. В общем, так и живет власть в этой прикаспийской стране. Немного одной чужой земли, немного чужой воды, немного чужого богатства. Главное не останавливаться, пока все это сходит с рук. Всех благ. До встречи в программе «Послесловие» на канале «Хайк Медиа».